Собянна с великим удовлетворением приняла предложение. Михаил Калашников – это в какой-то степени Кулибин 20 века. Это воплощение самых лучших черт русского человека. Необычайная природная одаренность, простота, честность, организационный талант. Это все то, что позволило создать целую линейку оружия по защите Отечества, среди которых, конечно, автомат Калашникова, настоящий, ну, можно сказать, культурный бренд России. Даже оставаться всегда в наших сердцах о таких великих людях. В общем, я хочу сказать, что ему спасибо огромное. Наша страна должна гордиться такими людьми. Заказ, что называется, да, поскольку много еще делает, ну, очевидно, политическим заказом, а политический заказ, он военизирован, вот, ну, поэтому, вот, как бы, и памятник, может быть, и соответствует в целом нашему времени текущему. Каждого проживающего на этой земле. Спасибо.